В Приднестровском госуниверситете продолжается масштабный ремонт. Сейчас реконструируют внутренние помещения и аудитории корпуса А. Там располагается филологический факультет и ректорат. Подробности в сюжете Юрия Чернявского. Последняя лекция у филологов прошла в этой аудитории в канун Нового года. Студенты тогда вышли, вместо них зашли строители. Стены уже отделали декоративной штукатуркой, обновили потолок, поставили новую дверь. Скоро застелют новые полы. И это не какая-то образцово-показательная аудитория. Теперь так будет во всех помещениях корпуса А госуниверситета. Все здания, база университета, она уже довольно-таки изношена. И пришло время все обновить. Здание филологического факультета ПГУ – одно из самых старейших, ему почти 90 лет. Новый ректор Владислав Соколов и сам здесь учился еще в конце 80-х. С тех пор ни одного серьезного ремонта, пока университет наконец-то не внесли в программу фонда капитальных вложений. Вначале обновили фасад, теперь реконструируют помещение. Это, безусловно, статус университета, потому что это ведущее образовательное учреждение республики, которое готовит кадры для республики, которая готовит научные кадры. Лестничные проемы и коридоры перегорожены строительными лесами. Кроме косметического ремонта, меняют все коммуникации от водопровода до электрики. В аудитории проводят быстрый интернет. Учитывая технический прогресс в системе образования, к сетям вообще особое внимание. Аудитории у нас сейчас делаются уже в соответствии с современными требованиями, то есть мы полностью обеспечиваем возможность подключения любых устройств для того, чтобы можно было использовать аудитории в разных форматах, в разных направлениях. Мы делаем такой пилотный проект. Это аудитории, которые в течение очень короткого времени, там 15-20 минут, мы можем трансформировать из учебные аудитории, допустим, место проведения конференции или место проведения круглого стола, или переоборудовать в лингофонный кабинет. Работ еще много, но все их завершат уже к 1 сентября. Ректор воодушевлен. Новый учебный год должен начаться в современных комфортных условиях, как для преподавателей, так и студентов. Я сейчас прихожу утром, иду на работу, конечно, глаз радуется. У нас фактически сейчас это новый район города. Я так считаю. А учитывая, что мы сейчас будем проводить работы и по студгородку, и по общежитиям, это будет абсолютно другой район, это будет современный новый университет. Капитальный ремонт ПГУ проводится согласно перспективному плану развития госуниверситета. Он рассчитан до 2028 года. К этому времени все корпуса главного вуза республики будут обновлены. Юрий Чернявский, Игорь Мацота, ТСВ.